Здравствуйте, в эфире программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Увольнение в прямом эфире. Николай Любимов обозначил свою жесткую кадровую политику в сфере ЖКХ. Квинтэссенция мусора. Кто победит в схватке между жителями дома по Станкозаводской и управляющей компанией? По следам синей бороды. В прокуратуре Октябрьского района раскрыли подробности резонансных преступлений. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сегодня прямо по ходу заседания правительства уволил министра ТЭК и ЖКХ региона Андрея Устинова. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала фактически проваленная работа по нацпроекту «Жилье и городская среда». 19 муниципалитетов получили субсидии почти на 300 миллионов рублей. Но сейчас практически везде идет отставание по срокам, а кое-где работы еще даже не начались. Впрочем, начал правительство Николай Любимов с не менее резонансной темы. Рязанский хлебозавод номер 3 на грани закрытия. Не помогла даже 40-миллионная субсидия от правительства. У предприятия по-прежнему есть проблемы с банками, актуален вопрос о сокращении численности и кардинального снижения мощности. Говоря о положении дел на хлебозаводе, губернатор был, мягко скажем, в недоумении. Я хочу понять, в чем дело? Почему на хлебозаводе встал вопрос о принятии радикальных мер, то есть о полной остановке производства? Почему не принимаются меры для того, чтобы сохранить, ну, насколько это возможно, коллектив и исправить финансовое положение? В этом надо разобраться, если есть основания, вплоть до уголовного преследования и с подключением наших коллег из правоохранительных органов. В недавнем прошлом уже были потеряны несколько муниципальных предприятий городских, но с хлебозаводом номер 3 этого просто так допустить просто нельзя. Спасать хлебозавод власти теперь будут в ручном режиме. Срок – неделя. А вот по другой теме может не хватить и трех. Отставание по благоустройству общественных территорий в регионе существенное, даже несмотря на депутатский контроль. В Рыбном, например, к работам на площади Ленина никто до сих пор даже не приступал. При этом деньги есть, но работать с ними в муниципалитетах либо боятся, либо просто не хотят. А ведь это вотчина Министерства ЖКХ. Кадровые решения последовали незамедлительно. Ну и я не раз говорил, что если люди не справляются с современными требованиями, они действительно очень высокие, то нужно просто уходить и не мучиться, и не мучить других. Надеюсь, всем ясно и понятно, что обязательства, которые взял на себя Рязанский регион в рамках исполнения национальных проектов, в рамках исполнения поручений президента, мы должны выполнить. Несмотря на любые трудности и сложности, это наша обязанность перед жителями области. А функция министерства – управлять всем этим процессом, быть главным куратором и строгим контролером. А исполнять ее, эту функцию, судя по всему, получается очень плохо. Очень жаль Андрея Олеговича, я имею в виду Устинова Андрея Олеговича. Вы, наверное, сами уже понимаете, что не вполне справляетесь с работой на посту министра. Сожалею, но думаю, что вам придется оставить эту должность и подыскать другую работу. Увольнение министра в прямом эфире Николай Любимов назвал тревожным звоночком для всех остальных. Призвал своих подчиненных быть более ответственными и не доводить проблемные вопросы до критической ситуации. Его двери, по словам губернатора, открыты для всех. Максим Васильев, телекомпания «Город». Порой зарплаты дворников столь невелики, что, по мнению горожан, многие просто не хотят идти в эту профессию. И если в центре города во дворах еще можно встретить порядок, то на периферии годами творится беспредел. Окурки, пустые бутылки, закатанные в землю тряпки – вот что ежедневно можно увидеть дома на улице Станкозаводская, 11 в Приокском. При этом ставка дворника здесь вроде как закрыта. Мусор, грязь, захламленная территория. Но ежегодные жалобы жителей этого дома номер 11 по улице Станкозаводская остаются без рассмотрения. По словам местных, приходят лишь отписки. Де юре дворник вроде как есть, де-факто же его здесь никогда не видели. К сожалению, как дворника не было, так его и нет. То есть по документам есть, а так его, к сожалению, отсутствует. То есть видно, что территория не убирается, хотя мастер, который выходил недавно на территорию, неоднократно говорил, что территория убирается, хотя это, честно, незаметно и как бы говорит, что она вправе отказаться вообще от нашего дома. Местные жители дошли с жалобами до жилищной инспекции. По их словам, оттуда реакции не последовало. Поэтому ежедневно за порядком вокруг этих домов приходится следить им самим. Стараются люди избавляться от грязи, как от нечисти.
ним переносит грязь русский народ. Кроме окурков, бесконечных бутылок, тряпок, пакетов и прочего мусора, во дворе существует еще одна проблема. Ну, тут вот из рюмочной, или как она называется, выходит и сюда в туалет. Не убирается ничего. Вот видите как. Все равно все идут вот в те кусты и в эти. Невозможно. Даже вот нельзя было открыть окна. Вонь, стоящая из кустов, пугает как детей, так и взрослых. Но если с посетителями рюмочной должна разбираться полиция, то с мусором на придворовой территории явно должны совладать представители управляющей компании «Молодежной». Нашей съемочной группе застать директора организации Григория Цьёся на месте не удалось. Однако он согласился поговорить с нами по телефону. Вы мне скажите, когда дворник придет, вы четко можете ответить? В течение дня дворник производит ежедневно уборку дворовой территории. Скажите, когда дворовая территория будет убрана? Я не уверен, что она сейчас не убрана. Я пошлю после 13:00, после обеда. Пошлю мастер, сам туда подъеду, посмотрю. И тогда уже буду иметь видение, она убрана или нет. Созвонюсь с дворником, если действительно там имеются какие-то неполадки. Как пояснил Григорий Цьёся, за домом закреплен дворник, но четкого времени для уборки в его расписании нет. Все зависит от загрязненности участка. Я, честно говоря, не очень верю вашим словам, то, что вы там где-то что-то обнаружили, это, кстати, вполне возможно, но мне что-то не очень верится. Я готов с вами по этому адресу в заранее договоренное время встретиться, пожалуйста. Как выяснилось позже, такое предложение от директора управляющей организации поступило неспроста. Ко встрече с телекомпанией гораздо же удобнее подготовиться заранее. Кстати, сразу после нашего визита в подъезде были убраны бумажки и отходы жизнедеятельности животных. А вот вокруг дома мусор так никто и не убрал. Да. К сожалению, у нас не как в Москве. Но надо, я считаю, стремиться. Надо стремиться, и как бы я считаю, что если бы вот не мы, граждане, то мне кажется, так хоть что-то порядка бы не было. Толк, что сменить управляющую компанию, вы думаете, будет от этого толк? Я считаю, все зависит от людей, а не от того, что какая бы там компания ни была. А не будет ли еще хуже? Вопрос. Я считаю, что надо добиваться того, чтобы все управляющие компании работали на совесть. Кроме этого, местные жители обозначили еще одну насущную проблему. Однако, к кому обращаться, они пока не понимают. Ужасные дороги. Дороги ужасные. Ни проехать, ни пройти. Дети вот на самокатах даже проехать не могут, и на велосипедах. Дороги – это совсем другая история. Но по совокупности с мусором и стихийным туалетом местным жителям кажется, что о них забыли. Даже обращение к депутатам не дали никаких результатов. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Почти 300 уголовных дел за полгода. Эти цифры нашему корреспонденту Валерию Седову сегодня приводят в прокуратуре Октябрьского района. Ведомство подводит промежуточные итоги. Какие преступления самые популярные, а какие резонансные, он расскажет далее. Топ-1 от общего числа преступлений – незаконный оборот наркотиков. Далее – кражи и грабежи. В сухой статистике мокрых дел не так много – всего 4. В абсолютных же цифрах рязанский криминал насобирал почти 300 дел. Октябрьским районным судом города Рязани в первом полугодии 2021 года рассмотрено 277 уголовных дел в отношении 324 лиц. Обвинительные приговоры постановлены в 180 случаях в отношении 216 лиц. Уголовные дела по насильственным преступлениям, таким как убийства, практически все резонансные. Самое громкое из них – дело Красавина. 2 года назад, в феврале 2019 года, мужчина приехал в свой частный дом, где у него снимали угол люди, скажем так, пролетарского склада. Там у хозяина произошел словесный конфликт с пьяным потерпевшим по фамилии Макаренко. Савин выдвинул требование покинуть дом, однако Макаренко отказался, выругался в отношении Красавина нецензурной бранью. После чего Красавин на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении Макаренко физическую силу, а именно сдавил двумя руками шею Макаренко. Вместе с жильцом дома Красавин закатал тело в ковер, увез в садоводческое товарищество и зарыл в подвале заброшенного дома. Пропавшего Макаренко искала без преувеличения вся Рязань. Подключились поисковые отряды, им помогали правоохранительные органы. Параллельно опросили Красавина и жильцов
жителей дома. Те в один голос утверждали, что пропавший Илья Макаренко ушел сам. Тело удалось найти только спустя год. Первая версия, да, ну, на момент возбуждения была какая-то, то, что он там никого не видел. После того, как он показал труп, у него была другая версия, что это, как бы сказать, преступление, ну, даже не то, что преступление, а вот эта вот смерть Макаренко были причинены его товарищам. То есть Макаренко на него напал, товарищ пытался его оттащить, обхватил веревкой за шею, и в результате этого вот Илья погиб на месте. Но эта версия была разбита, проведена экспертизой. Были разбиты и следующие четыре версии, минимум четыре. Красавин показывал самые разные удушающие приемы, но эксперты опровергли каждый эпизод. Как итог, на суде 25 марта коллегия присяжных единогласно признала Красавина виновным. Наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима и ограничение свободы на год. Другое уголовное дело уходящего полугодия менее громкое, но по жестокости не уступает предыдущему. Все было по классике. Пара сидела на кухне и распивала спиртное. Потом возник конфликт. Осужденный на фоне возникших неприязненных отношений, чувства злости к ней, нанес потерпевшей кулаком руки один удар в область головы, от которого она упала на пол. Затем разорвал надетую на потерпевшую футболку, а также стянул с нее штаны и трусы. Сразу после того, после этого нанес ей удар в область передней поверхности грудной клетки. Женщина получила еще не меньше 9 ударов, но на этом пьяный ухажер не остановился. Он перетащил девушку без признаков жизни на подоконник и вытолкнул в окно. 9 марта ему вынесли приговор. 13 лет в колонии особого режима и ограничение свободы на срок 1,5 года. Это не первая его судимость. До этого срок он получил почти за такой же. Несколько лет назад этот же мужчина убил свою молодую жену на третий день свадьбы. Но того срока для исправления, видимо, оказалось мало. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Вакцинирование – дело, как известно, добровольное. Делать прививку или нет, каждый решает для себя сам. А вот чего точно делать не нужно, так это заниматься всяческими авантюрами за гранью закона. Рязанку заподозрили в попытке купить себе поддельный сертификат о прививке. Стоит отметить, что это первое уголовное дело подобного рода в Рязани, но, возможно, не последнее. Чтобы получить сертификат о вакцинации, есть два способа. Первый – законный, просто сделать прививку. Второй сложнее, но он за гранью закона. Впрочем, рязанка легких путей не искала. Для получения заветной бумаги она решилась на взятку. Операция не удалась. В ходе реализации оперативных материалов полицейские установили, что 49-летняя сотрудница лечебного учреждения через посредника получила денежные средства в виде взятки в сумме 5000 рублей от жительницы города Рязани за выдачу сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и внесении данной информации в портал государственных услуг без фактического прохождения вакцинации и посещения медицинского учреждения. Полиции не говорят, что именно двигало женщиной, была ли она так называемой антипрививочной, или сертификат нужен был ей как можно скорее. Сообщают в ОМВД другое. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взятничество». Максимальный срок по ней – год лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление аналогичных фактов, предоставление подозреваемой фиктивных медицинских документов. Если для Рязани такое преступление в новинку, то столичным полицейским есть чем похвастаться. В Москве уже возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов. Притом наказание там грозит не только тем, кто такие документы изготавливает и продает, но и тем, кто их приобретает. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи!